Всем привет! Сегодня я таки разыгрываю подарок стоимостью 1000 гривен. Условия розыгрыша приза. Первое, вы должны быть на меня подписаны. Второе, надо отметить друга в комментариях. Можно отметить несколько друзей, только в одном комментарии. Один друг. Третье, ваша страница должна быть открыта и создана не менее месяца назад. Четвертое. Вы должны быть из Украины. Розыгрыш приза проводится 1 неделю. По истечении времени компьютер выберет случайного победителя. Процесс выбора победителя я покажу вам на видео, чтобы не было сомнений. В течение 2 дней после окончания розыгрыша. Некоторые пояснения по отбору победителя. Если случайный выбор выпадет на комментарий, по которому нельзя выбрать победителя, то будет выбираться следующий комментарий. Речь идет о комментариях, которые не соответствуют правилам. А теперь о самом призе. Разыгрываются 10 баночек с подарками, стоимостью 1000 гривен. Доставка приза будет осуществляться новой почтой. Оплачиваю я. В видео вы можете увидеть все баночки, которые принимают участие в розыгрыше. В основном это консервированные носки. При этом есть и необычные подарки. Например, в консервированном отпуске находится корень хрена. Такой подарок подойдет для коллеги или сотрудника, который сильно хочет в отпуск, но не получается. И как бы банально ни звучало, а в консервированном море Одессы находится консервированное море. Это оригинальный сувенир с отдыха, который будет рад получить каждый. У меня закончился текст, так что я расскажу вам интересные факты о птицах. Птицы не потеют. В мире существует 6 видов ядовитых птиц. Черный стриж может летать до 4 лет, без остановки. Аисты могут засыпать во время полета. Самые популярные птицы в мире – куры. Птицы произошли от динозавров. Совы не могут двигать глазами по сторонам, они поворачивают головы целиком. Колибри – единственная птица, которая умеет летать назад. На этом все. Пишите письма. Участвуйте в розыгрыше приза.